Всем привет! Привет-привет! Вы на канале Carol Star. И после небольшой паузы. Мы опять начинаем снимать наши видосики. Показывай, что мы будем делать. Сегодня мы будем делать брошку или брелок. Или то и то посмотрим. Да. Давай, доставай все наши запчасти. А что это? Какая-то глина, мятая немножечко. Ты же знаешь, я же любопытная девчонка. А, то ты уже там попробовала, да? Да. Покажи нам поближе, какие есть цвета. А, смотри, значит, там можно сделать и брошку, и брелочек, и то, и то. Угу. Да. Да, класс. И клей есть. Давай мне инструкцию, будем... Держи. Разбираться, что там и как там, что у нас есть. Так, во-первых, руки должны быть чистыми. Я потому помыла что только что. Ты молодец, ты подготовилась. Умничка. Хорошо, теперь давай будем определяться, что мы будем делать сначала. У нас есть мороженка, пончик. Еще одно мороженка и конфетка. Окей, ну а брелочек или брошка? А, я хочу себе брошку. Брошку? Да. Хорошо. Доставай нашу глину. Сейчас будем ее разминать. Так. А ты знаешь, потом нужно в духовку все будет это положить? Да. Да? Угу. Так, хочу вот такой синенький эскимо. Давай. Синий цвет можно достать. Доставай, а я пока камеру поближе поставлю. Ну что, будем начинать. Ты мне задание даешь? Угу. Помогать. Окей. Что именно? Так. Ну, я так понимаю, ты взяла... А, здесь можно и отсюда, в принципе, брать. Да. Давай. Что мне, пончик, мороженое, конфетку? Пончик. Я делаю пончик. А вы заметили, что здесь есть пленочка? А я, кстати, вот тоже только-только заметила, что да. У нас все в индивидуальной упаковочке. А, так, вот. Хорошо. Значит, я делаю пончик. Все верно? Да. Хорошо. Можно я здесь буду раскатывать? Mm-hmm. Ой, она мягкая. Да. Она вот... Ее, когда раскатываешь, она вообще становится эластичной. Эластичной. Да? Да. Ух ты. Это, наверное, слишком большой пончик. Как думаешь? Да. Делаем немножечко поменьше. Волос. А ты что делаешь? Мороженка. А, конечно. Ты себе взяла попроще задание. Да. Молодец. Хорошо, может, я немножко заберу. Разминаем пока. Не очень. Получается, у меня такой пончик. Кстати, ты любишь такие пончики, я знаю. Да. Уи! Покупать. Окей. Пойдет? Да. Нормально? Осторожно. Убежала. Убежала. Так, а-а-а. Теперь я делаю белую глазурь, верно? Да. Твердая? А потом от температуры рук разогревается. Класс. А мне еще нужно форму сделать. И руки не воняют. Да. Самая натуральная. Да-да, точно. Натурпродукт. Только не кушать ее. Ам-ам-ам. Так, я кусочек оторву. Я так понимаю, глазурь будет только сверху. Вот так вот. Делаем. Да. Вот как-то так, да? Она же не обязательно должна аккуратно быть. Ну, можно да. Же вот, ну вот как-то так сделать. Как? Красивенько? Да. Еще посыпочку присыпать. Все, и я со своей задачей справилась. Молодец. Класс. Хорошо. Теперь посыпка. Посыпка, окей. А ты мне одолжишь фиолетовый цвет? Да, конечно. Не могу развернуть. Ох, яркая получилось. Такая будет. Пасхальная посылочка. Да, красивая.
А ты что уже сделала? Мороженку. А вот так вот. Видите? По-моему, красиво получается. Ну да. Прям кушать захотелось. Да? Вкусненько? Да. Вот как с картинки. Да. Так, разреши? Тоже, тоже мягкое. Позволь. Ну что там у тебя? Получается? Да. Пломбирчик только голубенький, да? Угу. О, смотри, я думаю, что оно не лепится. Здесь кусочек пленочки остался. Так. Ой, мы сегодня нагулялись. Такая погода классная. Ага. Тучек совсем не было. Вот, я, по-моему, справилась со своей задачей. О, как тебе? Как красиво. Да, супер? Да, мне нравится. Тебе нравится? Так, что же у нас здесь? Нужно крепление. Ой-ой-ой-ой-ой, колечко убежало от меня. Так. Ух ты. Значит, это все для брелочка, правильно? Да. Так. А ты уже что-то брала отсюда или нет? Нет. И? Мало почему-то всего. Так. Значит, что мы делаем? Сейчас я одену, если у меня, конечно, получится. Конечно, получится. Так. Вот мы проденем. Я просто, ты знаешь, переживаю, чтоб насквозь не проколоть. Вот. Можно прям посерединке. Да, но она вылезет, если посерединке. Хорошо. Все, смотри, я сделала. Нам осталось, может быть, мы потом, когда она уже засохнет, то мы тогда ее будем крепить. Так, ну что? Я делаю еще что-то? Да. Окей. Что ты мне даешь делать? Конфетку. Конфетку, окей. Спиралька тоже такую? Да. Я и мороженое могу, без проблем. Мороженое я могу тоже. Ага, я поняла. Ты делаешь только мороженое, да? Я пончик и конфетку. Мороженое это твоя тема. Да. Я все, я поняла. Я совершенно не претендую. Как скажешь. Так. Такой красивый цвет, яркий. Да, очень. Тебе яркий. Нужно, наверное, кусочек оставить, такой вот шарик на мороженое. Хватит такого шарика? Я тебе... Ой, прилип. Да, прилипает к рукам. Класс. Я думаю, вот к твоему новому рюкзаку очень подойдет такой наборчик. Угу. Особенно эта фиолетовая конфетка, учитывая, что у тебя рюкзак таким цветом красивым. О, пол... Упс, упал. Получилось. Конечно. Чтобы у тебя и не получилось. Так, а что получается? Я вот правильно делаю так. Или нет? Как думаешь? Вот ну, так? Да. Закручивать? Угу. Так, хорошо. Мне уже нравится. И вот так в кружочек. Вот смотри, как тебе моя конфетка. Класс. Обалденно. Да, а я красиво. Думала. Красиво. Я думала, а как это же сделать ее? Да, я раз и сделала. Так, одолжи мне, пожалуйста, немножечко глины для стаканчика. Или палочки, что-то там такое. Так, приступаем к нашему мороженому. А у тебя вафельный стаканчик, по-моему, отвалился, нет? Нет. Ну вот как-то ты так прям, вот знаешь, щедро, мороженого много, а стаканчик совсем маленький-маленький. В реальной жизни это бы мороженое уже на асфальте валялось, это точно. Мы его запечем глиной. Проходящая собака со собакой. Слышала, да? Уже бы лизала его. Со собака получилась.
А у меня наоборот какая-то такая палка здоровая. На, держи, не надо мне. Все, хочу такое миниатюрное и красивенькое, чтобы было. Вот. Не все всегда получается. А помнишь, ты когда-то ходила на мастер-класс? Его тоже... Да, мыло делала. Нет, но не мыло, а тоже с такой глины. А, да, да. Вот я только не помню. Змею или да, червячок? Да, червячок. Было, что-то вот типа такого. Да. Так, у меня готово. У меня нет. Так, ну хочешь, я тебе сделаю вафельный стаканчик? Вафельный стаканчик я да. сама могу. А что тогда мне делать? Кружочек тогда, да? Да. Тебя раскатаю. Мне кажется, что мы так экономненько взяли пластилин. У нас еще немножечко даже останется. Да. Класс. Такс. Красота. Ой, у меня что-то не очень ровно, конечно, получается. Я вот только не пойму, для чего клей. Нужно хорошо инструкцию почитать. Я? Что ты? Инструкцию будешь читать? Ну нет, я прочитаю. Я просто так говорю. Так, смотри, у меня уже почти готовый вафельный стаканчик. А я здесь видела еще решеточку. Да, вот. Вот такая вот сеточка. Да. Мы сейчас этой сеточкой сделаем можно вафельку декоративную. Конечно, можно. Давай. Я тебе вот... Она, ты знаешь, она так к рукам липнет. Она уже чересчур липкая. Готова к работе. Держи. Угу. Ложи наверх сеточку. Молодец. Ну как? Вау! В общем, такая хитрость. А я думала, мы будем все это делать зубочисткой. А нет, не будем зубочисткой. А мне интересно, для чего зубочистка? А зубочистка, нужно было дырочки, наверное, не прокалывать. Да? Тык-тык-тык-тык. Ой, сильно ты его прижала к столу. И он немножечко прилип. Так, у меня шарики не готовы. В общем... Вот такой вот в клеточку у нас получился стаканчик. Ну, я думаю, главное, ты это сделала сама такое творение. И это уже очень красиво. Так, вот такой стаканчик для тебя уже готов. А ты ложи в него свои мороженка. И посыпочку, не забудь. Обязательно. Давай. Супер. Давай вот так вот немножечко. Посыпочка. Слушай, мама, что? Дорогая, так, к рукам. Липнет. Угу, ужас. Нужно было досточку взять. Ну, ладно. И так сойдет. Угу. Давай, делай свою посыпочку. Так. Так, ну что? Ты уже все? Нет. Нам еще нужно будет обжигать 10-12 минут в духовке. Угу. И пока она не остынет, ее трогать нельзя, потому что она мягкая и может деформироваться. Ой. Ну как? У тебя уже все? Шло 10 минуточек. Наша красота уже не только подсохла, но и уже остыла. Мы догадались, для чего клей. У нас получилась вот такая ситуация, когда наша мороженка не держится. И мы решили, что нужен клей для того, чтобы ее закрепить. А в общем, у нас получилась вот такая красота. Вот так вот. Да. Ну ничего, можно там приклеить. Да. Давай покажем поближе, что у нас получилось. Вот. Да. Так вот. Вот такая брошка. Красивая. И брелочек. Да. Мы его на ключике, да, повесим? Да. Класс. Мне нравится, а тебе? Мне тоже. Для первого раза очень круто. Да. А если понравилось вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорой встречи. Пока-пока.